день, дорогие друзья. Сейчас я хочу отправиться на очередную прогулку. Может быть, встречу Шарика. И все вам покажу. Как говорится, друзья, каждый труд должен вознаграждаться. Иду вот уже, почти дошла до речки. И кого мы видим? Мы видим Шарика. Вот он лежит. Привет, Шарюня. Я тебе покушать принесла. Шарик. Привет, зайка. Как твои дела? Шарик. Привет. Привет, лапка моя. Будешь слышать? Крылышко. На. Шарик. Что-то ты уже и курицу не ешь. Лапка. Может быть, ты хочешь что-нибудь? Котлетку. Как ты ночь переждал сегодня? Гроза, дождь был. Ты сухой, сегодня не купался. Шарю. Рыбка ты наша. Черноморская. Умненькая. Самый умный пес на свете. Шарик. Жар, Шарик, она как-то печет, правда? Жара какая-то идет непонятная. Зубки, правда, какие стертые уже об камни у тебя, Шарик. Обалдеть, клыков вообще нету. Все стертые. Лапулька. Покажу, что вокруг, где он находится. Так, вот такое здание рядом. Отель Багратион, наверное. А это пляж с моря он называется. Такие дома здесь рядом. В этом месте я сегодня нашла нашего Шарюшку. Нашего песика замечательного. Котлетка очень вкусная. Да, она такая вкусная котлетка. Шарик. Ешь котлетку. Ну, зайка, молодец. Она же вкусная котлетка. Ну, а вот еще, блин. Шарик. Ну, вот. Ну, так вот. Ой, ты мой язык. Душа-то болит. Кровью обливается. Я какая-то вот услышала, но вот просто. Душа-то болит.
Вообще. Я не могу досмотреть этот ролик, где он не вращается. Не могу. Ой, ужас. Мы с мужем вообще обрелись просто. Ну, все, наелся, да? Не заходит она от меня пока. О, Господи. Клипс увидела. Без клипса, которая... А, вот клипса, да. Я ее видела у ЖД вокзала на остановке. Я ее там фотографировала. И все, она тоже с каким-то кобельком, с молоденьким была там. Она фигурирует. Ну да, да. Да. Вот. Выглядит хорошо, такая шерстка, пушистая, мягенькая, она вся чистенькая. Маски у нее так нет. Да, 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 гноятся немножко. Когда я зимой была, в январе была, когда капу покупала, ага. Ну, где поймаю ее, там вот на салфетку, и ага. Я бы протирала. Понятно. Да. Печально очень. Я хоть увидеть Олега успела. Как его хотела увидеть все 2 года. Встретила. Угу. Ну. Там такое. Да, да, да. Хорошо, молодец он, Олег. Молодец. Молодец, конечно. Неповторимый. Димон, мировой кормилец, убежал от меня. Я хотела с ним сфоткаться. Побежал, побежал. Ага, не догнала его. Знаешь, какой? Боится сниматься. Ну и что, ты все? Пошел. Танцевать, наверное, пошел. Шарю. Пошел. Вон, Гладя. Ага. Звезда, да, шарит. Я вчера его когда видела, ну вот он поел немножко и побежал, он бежал за детьми. А кто его не знает, там мама с ребенком, с девочкой была, они боятся. Прямой вот так вот всем. Я боюсь, как бы не обидели, потому что он вчера шум и лапы приволакивал задними. Что у него плечо вообще? Люня, да. Пойдем на речку. Еще. Пойдем на речку. Да, да, о, он всегда на такие виды ложится. А, вот тоже романтик. Интересно, он там обойдет кругом, там прям звездочка, а звездочка, хвостик крючочком. Ольга, может, получится вам оттуда его сфотографировать? Гляньте, какая поза красивая. Оттуда или как? Thank you.
передай шарик. Передашь? Посмотрел даже. Посмотрел даже. Шарюшка. Передадим обязательно. Я думаю, он смотрит. Да. И там все пишут про меня, что я там выкладываю. Да. Вот, так что. Вот. Шарюшка. Посмотри, шарик. Посмотри, зайка. Зайка. Шарюшка. Рыбка ты моя. Шарик. Костик, крючочек твой. Все на месте, как положено. Он тут как в своей стихии. Нет, что-то не подошло, как-то там не климатит ему. Я там проходила вдоль речки, три здоровые собаки драли. Ну, он как-то это, с ними вообще ни с кем не контактировал, с собаками. Вот, да, они прям драли. Смотри, мне попадает под раздачу. О, я думаю, нет. Он прям за себя очень хорошо тогда, помните, как заступался? Он прям авторитет. Да, я думаю, просто был авторитет. Они будут лежит. Красота, да. Эх. Ой, уже и катается, и играется. Песочки. Да, ну так вот первое видео он выложил, мне прям понравилось. Молодец, мальчик. Вот, были комментарии открыты, сейчас сегодня я зашла, опять закрытые. Видно, нельзя, что ли, не пропускать YouTube. Люди там хорошие пишут. Да. Деньги, видимо, нельзя переводить. Да, видно, так. Там уж не разберется еще, что как. Кто его знает. Так, только вот 31. Да. Вот. На курочку. Когда-никогда сварим. Да. Красавчик. Красота просто, да. Так красиво он лежит прям. Шарюшка играется. Лапулька. Ты же на речке, Шарюш. Ты же на речке, зайка. Смотри, что я на ком. Жарко, глянь, как тебе, а. Красота ты наша. Что, шарик? Волны все он такие, да? Никто не бросает. Ага. Камушек. Ему надо его определенно бросать. Да? И побольше он любит камушки. Шарик. Шарик. Вот он камушек, глянь, шарик. Ага, шарик. Вот он, гляди. Опа! Ух ты, моя умница! С первого камня. Молодец. Получилось! Ой, ты моя золотая собака! Все получилось! Ай. И все обрызгало людям. Ага, шарик! Опа! Как-то не так, да. Как тут подскочить он должен. Шарюшка. Ага, понравился. Молодец. Шарюнь. Оля тебе кидает шарик. Ой, шарик, камушек. Шарик, глянь, Оля. Ага, Оля кидает. Шарик, да.
Опа! Опа, уже третий. Да, да, мы. Вообще. Ой, ну зачем же ты там-то отрекаешься, а? Да. Ой, что такое? Почему я не получаю, что вы не хватай его, хватай шарик. Выходи туда, куда надо. Туда кинула. Опа! Я хорошо, получается. Шарик, вот молодец. Молодец! Ух ты моя красота! Шарик! Ну будем еще? Шарик! 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 Глянь, какой камушек! Шарик! Держи! Опа! И с этой стороны. Ага, ага. Опять ага. Ромай, да? Ой! Чуть! Чуть! Чуть, а! Прости меня, шарик. Так. Вот как так вот его крутящий кинуть, и чтобы в него еще не попасть. А, опа! Ну-ка. О, Оля. Оля и твой камушек взял шарик. Молодец. Здорово. Шарик, шарик, шарик. Все, там дети. Как он красиво с детьми смывается, да, вообще. Какая красота. Такой аж в азарт входит, играется. Да, Ольга. Ну так, чтобы здесь еще недельку, а я через завтра уеду, через 10 дней приеду. Пошла я. Хорошо, Ольга. Приятно было с вами познакомиться. Любимая поза туриста Шарика. Поиграли с ним в камушки, и он вышел отдыхать. На этом, наверное, друзья, я с вами прощаюсь. Всем пока, до свидания.